Пані та панове, але холодильний сезон закінчився в стадіонному прояві, стадіонному вигляді. Починається сезон марафонський, тому сьогодні на «Ікспорті» у нас день легкої атлетики. Будемо говорити і про біг, звичайно. Закінчиться цей день веб-конференцією з відомим тренером, біговим тренером, тренером з марафонів, оскільки зовсім скоро київський марафон. Ну а поки що у нас у гостях королева королеви спорту. Абсолютно сміливо думаю, що саме так можна називати нашу сьогоднішню гостю. Ольга Солодуха у нас сьогодні в гостях, бронзовий призер Олімпійських ігор в потрійному стрибку 2012 року і чемпіонка світу 2011 року. Зараз режисери нам переключать камеру, і ми її нарешті побачимо. І будемо... От вона. Оля, доброго дня. Доброго дня. Сезон, правда, закінчений вже, і достатньо давно, вже майже місяць, як ніби влягаються всякі діамантові, олімпійські також пристрасті. І після кожних олімпійських ігор зразу починається планування чогось наступного. Або це наступний олімпійський цикл, або це наступна частина життя після спорту, або щось посередині. От, тому ми будемо, дякую вам за питання. Ми так підозрюємо з Олею, що дуже багато питань поставили люди, які так із середини легкої атлетики, але вони тим цікавіші достатньо несподівані ці питання. Ну от. Але перша, звичайно, тема – це Олімпіада. Які у тебе більше місяця минуло, які у тебе... Таке, знаєш, як сомельє кажуть, після послівкусі, так, після смак такий, після цих Олімпійських ігор. Звісно, ці Олімпійські ігри для мене були таким чим-то і тяжелим, і легким. І мені казалось, що, мабуть, такий путь я довгий пройшла, це повинно було все реалізуватися. І десь прямо перед самою Олімпіадою я думала, ну, коли входила, у мене була вроде як така спортивна форма, плавно, да, входяща. Я думала, ну вот, наверное, где-то я вот, где-то рядом, где-то близко, вот моя мечта, все. И когда я вышла с квалификации, то есть у меня был такой, наверное, шок. Я не поняла вообще, что произошло. То есть, да, были проблемы со спиной. Я 5 месяцев не делала легкоатлетических упражнений, все было на закачках. Потом полгода мы как-то, ну не полгода, месяца 4 мы пытались тянуться в какой-то там тренировочный режим. Какая-то была, может быть, где-то спешка, может быть, мы чего-то не успели доделать. Но болезни, антибиотики, то есть какие-то постоянные были преграды, но все равно где-то за месяца полтора, за месяц у меня так, я немножко успокоилась. Это все-таки Олимпиада, надо было переключиться, и я отключилась полностью от всего и готовилась туда. В принципе, мы вышли не на плохие результаты, которые показывали по контрольным моим прикидкам, по контрольным каким-то тренировкам, все было вроде бы как хорошо. Но когда я прыгнула 13.90, я не попадала на планку, то есть вышла с сектора, и я понимаю, что, наверное, это была не я, наверное, что-то пошло все-таки не так. То есть я так подозреваю, что какой-то страх той боли где-то, наверное, все-таки он сыграл свое. И насколько была у меня вроде как и уверенность, то внутренний барьер, наверное, где-то не удалось мне его еще перешагнуть. То есть... Мало стартов. Старты были постоянно то под болезнью, то под антибиотиками. То есть мне никак я не могла себя выйти и в комфортных условиях себя реализовать. И, конечно, у меня так немножко такая... Я начала впадать в депрессию, и мечта осталась мечтой, да, вот я так и как бы прокомментировала. Первое, что очень жалко. Потом, когда я все взвесила за и против, то в каждой ситуации, наверное, надо находить плюсы. Я осталась целой, я осталась живой, и у меня еще есть 4 года впереди, где можно себя реализовать. То есть мечта останется мечтой, или мечта реализуется, это уже покажет время. Но желание и сейчас, после отдыха, после всего, что я уже как бы так переключила свою голову, я понимаю, что жизнь продолжается, на Олимпиаде она не закончилась, и есть еще время, есть еще возможности, есть желание, и можно продолжать готовиться к новому олимпийскому циклу. Здоровье, да? Здоровье, я надеюсь, вот самое главное, чтобы было здоровье и позволило мне преодолеть этот 4-годичный цикл. Да, потому что я помню, минулый, конец минулого року,
Да, коли, я так розумію, що ніхто взагалі не вірив, що ти можеш якось... Да, я читала отзывы и журналистов, и всех, что на меня никто даже не возлагал никаких надежд, что, мол, Анна Солодуха там вообще, ей уже пора в олимпийский спорт, это паралимпийский, это вообще, это, я считаю, это вообще просто даже... Ну да, ну... Ні в які рамки не входять. Да, на жаль, є такий в інтернеті момент, такий анонімних дурниць, який дозволяє, анонімність дозволяє писати дурниці. Ну що, питання перше, яке було поставлено нам на веб-конференції, зразу в тему цієї далі продовження. Про Токіо 2020 року. Наскільки ти далеко взагалі дивишся? Ти почала тренуватися? Я начала тренироваться, да, уже были первые тренировки, то есть я уже не выхожу в сектор, да, ну, то есть начинаю только как бы втягиваться. В ноябре планируем поехать на сбор в Португалию, и сейчас ставить планы далекие на 4-летний период я пока не могу, то есть все должно происходить поэтапно. Если сравнить тот год и этот год начала, то это, наверное, 80% я в лучшей форме, чем была в том году. В том году, ну, вот мы недавно там с врачом, с массажистом вспоминали, разговаривали, что... В сентябрь месяце я не могла еще вставать с кровати, мне это было больно, это было, ну, то есть я даже не верила, что вообще я вернусь когда-нибудь в спорт, и когда я уезжала с Пекина, то я думала, это уже мой последний старт. И, наверное, вот действительно, что я была на Олимпиаде, и, ну, для меня это плохое выступление, но для человека, который преодолел столько много, и по сезону там были неплохие результаты, то это, наверное, тоже какой-то немножко такой шаг какой-то вперед. Значить, про Токіо ти 2020 не поетапно. Думаєш? Поетапно. Да? Думаю, я знаю, що хотів звати, як зараз виглядає тренування, і коли почнуться, ну, от, власне, робота технічна, стрибки, який це процес і час буде? Тренування я не закінчувала, тобто після того, як закінчили старти, я продовжала свої упражнення, свої статичні упражнення, без яких я, наверное, уже, к сожалению, не смогу, тобто це постійно, вони мені потрібні. Чтобы держали тонус, держали позвоночник, держали вот эти мелкие мышцы, потому что это все, ну, у меня есть, ну, как такая проблема, то есть у меня уже полностью нету диска, и позвоночники разъехались. И чем это было все опасно, и почему меня нейрохирурги, врачи предупреждали о возвращении в спорт, что это грозит, ну, переломом просто, компрессионным переломом, и можно остаться инвалидом. И мы подбирали, со мной работали очень такие хорошие профессионалы, которые мне отговорили полностью от операции, от всех хирургических вмешательств, которые были со мной на протяжении всего этого времени, они сейчас со мной. Это тоже немаловажно, когда с тобой люди, твои друзья, знакомые, которые в тебя очень сильно верят, которые мне постоянно говорили, ты сможешь, надо себя преодолевать. И у меня тренировки были по 3-4 часа, то есть это там трик, закачки, статика, то есть это все входило в то, чтобы укрепить межпозвоночные, вот эти все диски, связки, ну, то есть полностью создать этот корсет. И сейчас я продолжала после старта, после Олимпиады, я еще ездила в Лозанну, то есть я постоянно делаю эти упражнения дома. Сейчас на тренировке опять начинаю там какие-то легкие кроссы, ОФП, и обязательно перед разминкой, то есть я не разминаю, не делаю никакую работу без вот этих упражнений. Вначале создаю корсет тонусный, потом я делаю упражнения, то есть сейчас это одна направленность. Прыжковая где-то начнется уже техническая, именно конец ноября, декабрь, январь, это уже более соревновательная. В ноябре мы, наверное, сделаем в октябре такую более базовую работу. И в феврале, может быть, даже какие-то, если будут коммерческие турниры, я хотела бы выступить. Тобто пострибати, да? Да. На Европу? Европу, я думаю, что, может быть, и нет, а там посмотрим. Но я бы хотела вот сделать цикл, как у меня это было всегда, зима и лето, чтобы это был равномерный год. Ну, не так, как в том году получилось, что без соревновательного периода год. То есть мои тренировки, они были большие, 3-4 часа, но я делала их на квадратном метре. То есть мат, TRX, и я занимаюсь упражнениями полностью закачки. То есть мне даже не разрешали вначале бегать. Я только ходила, стояла. То есть с трусой начала бегать где-то в январе. В декабре я пробовала на месте там как-то такие упражнения делать. Ну, это все было больно, это все было страшно. Когда это все проходит, сейчас уже думаешь, а как мне хватило там терпения? Почему я там не побоялась? То есть, ну, наверное, меня вот мотивировало то, что Олимпийские игры, вот я так хотела там выступить и хотела завоевать эту медаль. Я понимала, что за золото мне будет бороться тяжело, так как колумбийка сейчас намного сильна. И, ну, серебро-бронза у меня была такая идея. Загроза
того, що ти сказала на букву П, перелом. Тобто вона вже все, вже чи ще? Уже ти такі страшні речі насправді говориш. Які, вона є, але коли ми зробили МРТ на Олімпіаді, вже після пішков, тому що я год повністю нічого не робила, і мені врачі сказали, не вздумай лізь, не вздумай себе накручувати, тому що постійно реабілітолог була рядом, врач, постійні підколки, масажисти зі мною, розтяжки постійні, масажи, то есть приборы я себе купила, которые там постоянно стимулируют, это все убирают. И оно немножко закостенелось, то есть оно, как сказали мне, стало в седло и уже ну, не должно двигаться. То есть, ну, в корсетике летаю, ну такое. Про Колумбійку, у мене сиділо питання, я просто боюсь, що я забуду його. І взагалі про потрійний стрибок, там було пару питань у нас серед цих чотирьох аркушів, які ми роздрукували. Я зараз ходив і думав, виходить, що в твоїй дисципліні на перших ролях люди із колишнього Радянського Союзу, да, із Східної Європи, і з Азії, як Оля Рипакова, і Латинська Америка. Чому, ну, це якась є в цьому закономірність, чи так просто збіглося в цей період часу? Це перше, ну і загалом, знаєш, як картина, в якому зараз, на твій погляд, в якому зараз стані жіночий потрійний, наскільки там, оскільки ти багато там кілька різних поколінь побачила суперниць, наскільки зараз цікаво, і наскільки є перспектива, що буде цікавіше там на найближчі 4 роки? Ну, Латинская Америка все время конкурировала, да, это можно взять все Олимпийские игры, постсоветское пространство. То есть я считаю, что наши специалисты, они всегда ценились, они сейчас работают и за границей, и везде готовят даже ну, другие виды спорта, тройной прыжок, готовят за границей. То есть, к сожалению, они уезжают, и это только минус, наверное, нашей стране, что покидают многие. Не только тренера, спортсмены, врачи, массажисты уезжают все. В Латинской Америке знаю, что такой товарищ Педроса, да, он очень помогает, вот это Рёхас, он ее полностью тренирует, и Колумбийку ведут тоже кубинские спортсмены, ну, кубинские специалисты, то есть получается у нас как бы так и осталась Куба и постсоветское пространство, да, вот эти вот две конкурирующие. Ну, сейчас еще подрастает, вот смотрю, португалка, так она растет, Германия. Кстати, очень интересный был такой финал на Олимпиаде, я его смотрела. Смотрели по телевизору, потому что это было намного немножко интереснее. Каждый повтор, каждое это движение, это все было. И уровень, я могу сказать, что вырос. Ну, не настолько вырос, сколько было там раньше, прыгало за 15 метров людей, да, но хотя бы какая-то плотность появилась в прыжках, потому что я помню годы, когда прыгал 14.80, а второе-третье место было там 14.20, 14.30. То есть сейчас это была какая-то плотность, был какой-то интерес, была вразбежность там в местах 2, 3, 5 сантиметров. То есть это была уже какая-то интрига, да, вот кто прыгнет, тот там на пьедестале. И Аня Князева, кстати, была близка к медали, но, к сожалению, пятая, по-моему, да, оказалась. Вот. Оля Рыпакова, кстати, можно ее сейчас, наверное, поздравить, она двукратная бронзовая, как оказалось, да, вот после 8 лет, вот ей вернули сейчас медаль, поэтому в хороших отношениях мы с Олей очень, да, мы общаемся, и, в принципе, мы, у нас отношения со всеми хорошие в секторе, просто есть какой-то языковой барьер. Вот колумбийки, они все только на испанском. Английского кубинки, нет. Они, к сожалению, да, не разговаривают на английском. Мы более как бы английскомовные, да, такие там больше нам можем разговаривать на английском. А с Князевой какое у вас спілкування? Нормальные тоже отношения, как бы желаем друг другу удачи, вот пересекались в секторе, ну, как-то можем пообщаться, переговорить, ну, то есть нет какой-то вражды, я, ну, с моей стороны так точно. Скажи, будь ласка, дуже прикро часто, зараз, можливо, там на деяких стартах включається потрійний, наприклад, на діамантовій лізі, там, ну, але дуже рідко він потрапляє, ну, навіть якщо там можна порівнювати до чоловічого потрійного, да, він набагато рідше потрапляє в основну програму. Чому так? І, ну, ти розумієш ти цього причини, і як би це, хотілося б виправити, чи, ну, для нас, принаймні, цікаво було б це виправити. Ну, потому что последних 2-3 года, я же говорю, были низкие результаты. То есть 14.80 это была победа, второе, третье место тоже 14.20, 14.30. А то и были такие моменты, когда девочки не прыгали за 14 метров. Поэтому зрителю это не, это не смотрибельно, это неинтересно, это нудно и нет никакой интриги. То есть все знают, что приехала там
колумбийка, или приехала Солодуха, или приехала Рыпакова. То есть там 11-й год я там все время выигрывала, второе, третье место было далеко. Там 12-й год с колумбийкой мы еще хотя бы как-то там, где-то у нас какие-то были с ней интриги. Там какой-то год Ольга, а и получается нет вот какой-то интриги. И нас отодвинули, тройной прыжок убрали совсем из программы. То есть мы начинали соревнования, еще и полупустые стадионы. Нас потом первое, второе, третье место только включали в ставку, делали и показывали, просто как уделили нам внимание. На самом деле это грустно и печально. Сейчас уже после Олимпиады, после вот этого, я же говорю, плотности таких вот каких-то уже более таких интересных результатов в районе 14-70, 14-80, нас включили в основную программу и уже как-то отдают предпочтение тройному прыжку, что все-таки ждут, наверное, может быть, от Кати какого-то прыжка. Ну, мировой рекорд, наверное, ну, Екатерина, Катя, ее Катя назвала. Ей тяжело, наверное, будет побить. Я не вижу то, что она может побить мировой рекорд. Но она и Рехас уже хотя бы вот конкурируют, они заводят публику, и ну, стадион приходит уже на это смотреть, потому что уже есть прыжки интересные там в районе 15 метров. Ми говорили коли з Ірини Говоровою, не пам'ятаю, чи там в ефірі, чи не в ефірі, тому не буду цитувати, але говорила вона про те, що ну, воно і візуально ясно видно, і антропометрія твоя, і Каті, як ти кажеш, наприклад, да? Бори Пакової і Каті. Вона говорила про те, що так дуже далеко не зможе стрибати і Барген, прям дуже далеко, да, за 15, там, 40, умовно, чи 30, через те, що у неї домінує якби, виконання стрибка, сила. Там м'язова маса, да, маса, а от у людей, яких я переграхував, домінує техніка. Правда це, так? Да? Да, это правда, но хотя Катя вот в 11-м году она появилась, перешла с высоты, она немножко так подотесалась, она везде дает комментарии, что ей помогают кубинские тренера, то есть я так понимаю, те, которые работали с Савинье, ну, то есть у них хорошие там и тройники там были, хорошая школа, и у нее так в технике она немножко, ну, как бы подравнялась, то есть нет таких грубых ошибок, которые она показывала, но все равно силовым прыжком тяжелее прыгать, чем прыгать техническим. То есть технический прыжок — это легкость, это быстрота отскока и полет, да. То есть та же Ольга, та же вот Рехас, она еще не умеючи прыгать, но она быстро толкнулась стопой, она себе не помешала, она провела таз, и вот она прыгает свои 15 метров. Ну, главное, чтобы вот ее теперь сейчас не передавили немножко. И мы, вот как раз мы на Олимпиаде смеялись с Ольгой, что она говорит, я себя чувствую самой маленькой на пьедестале. То есть она говорит, я когда с ними стала, говорит, я себя почувствовала маленькой. Говорю, а что тогда мне говорить? То есть, ну, они все на голову выше Оля, Оля выше на голову меня, а, ну, те девочки, конечно, уже совсем такие. То есть начинает меняться немножко тройной прыжок. То есть поначалу были такие все высокие, крупные, потом как-то пошел... тенденция пошла, что такие все стройные, маленькие, худенькие. Сейчас опять начинает появляться масса, сила, то есть, ну, как-то меняется. И чи є, до питань уже, как вы оцениваете нынешнее состояние развития тройного прыжка в Украине, и есть ли у этого вида будущее в этой стране? В этой стране будем надеяться, потому что это все-таки наш традиционный вид спорта, да, как отдельный, да, тройной прыжок. Всегда у нас были... Ну вот, к сожалению, эта Олимпиада у нас осталась без медали, а так каждая медаль у нас, каждая Олимпиада у нас всегда была с медалью именно в тройном прыжке. То есть это говорит об очень хорошей школе. Сейчас я думаю, что идет такая некая смена поколения. То есть Аня уехала, я уже, ну, у меня там травма, да, мне тяжело сравнивать. Есть вот Руслана, которая немного, ну, той же вышла на такой уровень 14-40, это, в принципе, достойный результат. И есть молодежь, которая, вот даже Таня Пташкина и еще моложе, то есть... Я думаю, что через год, через два они выйдут на уровень за 14 метров, и потому что первый старт, который я делала на Кубке Украины, я так посмотрела, девочки есть такие фактурные, легкие, красивые, есть куда, ну, красиво прыгать, я имею в виду, красивые так у нас девочки, есть куда расти, есть куда стремиться, поэтому я верю в то, что все-таки тройной прыжок будет у нас процветать. І ще одне було питання, зараз так по бумажках не знайду, але питання було, де зараз Інеса Кравець і чи реально взагалі 15-50 побити?
Ой, сколько лет уже замахивается на эти 15-50, 21. да, 21 рек уже, да, и, к сожалению, пока что даже 15-40 никому не удалось прыгнуть, поэтому я всегда говорю, это, наверное, такое стечение обстоятельств, ветра, классного сектора, твоего классного состояния, то есть это должны звезды все сойтись и твоей спортивной формы, чтобы просто, наверное, это все сделать. Инесса ж не была большой, крупной, чтобы она себя не давила, она просто прыгала, вот, плюс она в длину прыгала за 7.30, это такие хорошие показатели. Поэтому кто прыгнет мировой рекорд, не знаю. Кто на него замахивается. Так и не видно, да? Ну, вот, кто на него хочет замахнуться, помню, Таня Лебедева хотела, вот, и та же колумбийка, там, ну, все хотели, но пока что никак. А Инессу Кравец мы вот как раз видели на Дни физкультуры и спорта в погранвойсках, мы вместе с ней служим, и поэтому она у меня там курирующий мой тренер. И поэтому все хорошо, занимается. Она занимается семьей, да, ребенком, дочка у нее играет Дарья в теннис, поэтому она посвятила свою жизнь семье. Чем твоя донька занимается, каким спортом, крім патрійного стрибка? Патрійним стрибком мы еще не занимаемся. Она ходит на фигурное катание, занимается. В том году были первые соревнования, которые я, к сожалению, пропустила, смотрела это все в видео, и у меня прям гордость и слезы, мне так это, конечно. Выиграла? Нет, она в разминке упала, немножко она так начала себя. Бояться. Она была четвертой, да. Но все равно красота фигурного катания это было. На лед им кидают цветы, игрушки, конфеты. Ну, то есть она такая вся. Ей, ну, и мне кажется, ей это нравится очень. Но она растет, она вытягивается, она становится высокой. Думаю, что скоро скажут, что вы очень высокий для фигурного катания. И для чего тогда, как ты думаешь, в каком виде спорта у нее бы могло, ну, если она захочет, там, профессионально или непрофессионально, не принципово, в каком виде спорта могло бы у нее выйти? Куда она захочет. То есть я же говорю, я буду только сопутствовать. Сейчас мне вот нравится, мы сколько, с 4 лет она ходит на фигурное катание, а далее там бабушка у нас ездит, возит у нас далекие расстояния, левый, правый берег, то есть это все далеко, школа, бабушка у нас этим всем занимается, когда, допустим, мы не можем. Поэтому мне бы хотелось, чтобы она продолжала это красиво. Тренера говорят, у нее есть дан, у нее она очень такая артистичная, она пластичная, она гибкая, в отличие от мамы. То есть все у нее так это все сложено. И, ну, мне бы хотелось, чтобы она занималась этим видом спорта. Если нет, то она бывает иногда говорит, я хочу прыгать, как ты, я хочу, там, вот, мне нравится, там, дома бывает перепрыгивать что-то. Ну ладно, как я, можно, главное, чтобы не как папа на велосипеде не кататься. Ну, там посмотрим, то есть, чем она захочет. Ну, да. Давай тепер таку трошки змінимо тему. Після Олімпійських ігор, і до, в принципі, але до так не дуже розганяли. Після Олімпійських ігор було багато розмов таких різних там постів у Фейсбук від спортсменів збірної, да, з, ну, так сказати, з претензіями щодо взагалі і керівництва українського спорту, і системи. Бо і ще до того було дуже багато розмов про те, що буде відтік людей. Зараз там, ну, поки що тихо з цього приводу, але такий конфліктний фон. Він існує, від нього нікуди не дітися, ну і, мабуть, не треба. Якщо історія є, то є про неї сенс думати, принаймні. А тим більше зараз, от 9 числа, до речі, скажемо народу, якщо хто не знає, 9 числа вибори президента Федерації легкої атлетики, звітна конференція, звичайна історія, кожні 4 роки. Це відбувається. У нас було питання тут про те, кого ви підтримуєте. Причому люди, у нас претендують дві людини, Ігор Гоцул, чинний президент, і колишній президент Валерій Борзов. Ну і тут люди, я не знаю, чи це вони писали чи ні, ми не знаємо. Не зареєстровані користувачі, ми не можемо сказати. Але от людина, яка підписалася Ігорем Гоцулом, питала: «Добрий день, Ольга, як вам руководство легкої атлетики і міністерства? Поміняти би його не хотілось?» І далі відповідає людина, яка підписалася Валерієм Борзовим. І мені інтересно за руководство послушать, пише Валерій Борзов. Знаєш, нарочно не придумаєш. Ну, да. Ну от, якщо можеш, якщо є настрій, відповідай на це питання, а взагалі мене якби більше цікавить, чому, як ти думаєш, такий от рівень конфлікту і напруги існує там, від спортсменів. Ну, і насправді і з того боку такі, знаєш, були такі, типу, розборки, словесні, на щастя. Конфликты есть, и конфликты не всегда есть, и, к сожалению, вот, когда я прочитала интервью Жана Беленюка, как на него все накинулись, что, ну, человек же сказал правду, я не понимаю, почему столько пошло на него агрессии, ему, типа, сколько тебе можно еще денег, ну, деньги же, типа, считали после того, как он их заработал, то есть я считаю, чтобы не было оттока, надо создать людям
положительные какие-то условия, нет баз, но было хорошее финансирование, выезжать, да, там на какие-то сборы, сделать хорошие достойные зарплаты не только спортсменам, но и тренерам, и массажистам, и врачам, потому что это все одно целое. Сейчас, ну, массажисты и врачи тоже, когда выезжают на сборы и не видят свою семью и работают там за 2,5-3 тысячи гривен, отдают свое здоровье, это тоже неправильно. То есть это должна быть большая система. Я всегда говорила, что прийти к власти должен человек, который очень любит легкую атлетику, который притянет большие потоки к легкой атлетике. Это открытие стадионов, это одно, но и развивать, финансировать не то, чтобы каждый спортсмен там купить банку протеина, которая стоит 700-800 гривен, и дрожать, потому что у него зарплата в 2000 гривен, он не может себе больше ничего позволить. То есть когда будут идти денежные потоки на финансирование, на медицину, на спортсмена, пусть там, да, допустим, элитные спортсмены есть, они финансируются лучше, чем, да, спортсмены, которые юноши, юниоры. Я считаю, что юноши, юниоры надо еще больше финансировать, потому что это наше подрастающее поколение, которое придет за нами в Токио. А в Токио, к сожалению... Не, в Токио же ты будешь. В Токио. Чтобы, я считаю, что надо повысить вот и финансирование, и зарплаты для спортсменов, сделать мотивацию, может быть, где-то федерация должна мотивировать еще. То есть поехали на, помню, в 2012 году у нас было больше 30 медалей на чемпионате Европы. Потом нам сказали, что это не чемпионат Европы, вы не будете получать никакие премии. То есть, естественно, спортсмены как? А зачем мы будем туда ехать? Сейчас показал чемпионат Европы результаты какие. Одна медаль. То есть спортсмены были как-то где-то не мотивированы. Может быть, кто-то действительно проходил этот старт как какую-то подготовку. То есть я считаю, что должна быть мотивация. Я знаю, многие федерации делают свои какие-то премии, свои какие-то зарплаты дополнительные, чтобы спортсмена заинтересовать, чтобы он не уходил. То есть у нас, к сожалению, пока этого нет. И отток спортсменов. Каждый хочет себе найти что-то лучшее, потому что у кого-то есть коммерческие старты, кто-то зарабатывает $100, кто-то 1000, но не каждый может. Все равно подготовка — это большие финансовые затраты, к сожалению. Или к радости даже. И хотелось, чтобы спортсмен мог себе позволить все, что он хочет. Тем более сейчас идет большая проблема допинга. Надо покупать какие-то чистые, разрешенные пищевые добавки. То есть, чтобы не где-то это было в интернете подешевле. И чтобы это все было узаконено, наверное, да, была какая-то помощь. Систематизовано, да, чтобы спортсмены были защищены тоже в этой стороне все, чтобы это были какие-то лекции, это были какие-то начитки, была какая-то правильная консультация, потому что у нас многие так, пальцем в небо, попаду, не попаду, а куплю в интернете, потому что там стоит 200, а там стоит 1000, то есть разница большая, и из-за этого спортсмены многие попадаются и страдают. Да, до речі, це цікава тема, навіть не стільки там допінг, вона дуже, дуже тяжка і велика для обговорення. От, з приводу того, чи достатньо у нас в збірній, або у тебе особисто, ти де береш інформацію про те, що можна, що не можна? Тобі є кому сказати про це? Ну, я працюю з доктором, который мне консультирует, который мне помогает, но особисто это тоже, ты просуешь, да, 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 это тоже, это не каждый себе может позволить, это отдельный, это доктор, который сам себе нанимаешь, допустим, разговариваешь, общаешься с человеком, и как бы это совсем другое. А скажи, будь ласка, от, і про, про теж, про відтік ти говорила, у тебе взагалі ніколи не питав, у тебе була колись пропозиція, якась спокуса змінити країну, змінити світ? Честно говоря, предложений было очень много, и предложений даже сейчас есть после Олимпийских игр, после цикла, и видели, в каком я состоянии, предлагают такие довольно таких, ну, потому что там видят уровень спортсмена, им, они, каждый хочет показать, что у них есть такой спортсмен, они этим хотят гордиться, они предлагают это, приезжайте. То есть меня всегда все устраивало, особенно когда я была дома, у меня квартира, машина, мы тренируемся, это все рядом, это все близко, любой выезд, любые финансирования. Донецк нам всегда очень сильно помогал, всегда обеспечивали, даже сейчас на то время, которое, ну, нелегко, да, то есть я знаю, что Донецк и хорошие призовые сделал, оплачивал и шестерку, и восьмерку, ну, по-моему, или шесть. Донецкая область, ты да, именно Донецкая область, да. И перед Олимпиадой они нас все время как-то помогали и финансово, и там какую-то форму, и витаминизацию, то есть они всегда старались. Конечно, когда приезжаешь в Киев, и когда ты приезжаешь просто, вот ты предоставлен сам себе, и тебе не помогают. Помогает Национальный олимпийский комитет, на съем жилья дают 3000 гривен.
больше нету помощи ни от кого. За 3000 гривен тяжело снять квартиру. Ты понимаешь, что тебе надо найти квартиру, тебе надо найти там садик, школу, тебе надо питаться, тебе что-то надо пристроить. Расстояния в Киеве такие, не как в Донецке, это пробки, тебе надо постоянно куда-то уезжать. То есть начинаешь задумываться, а нужен ли ты стране, вот, когда ты решаешь сам свои проблемы, и никто даже не хочет задуматься, в чем тебе помочь. То есть вот это вот неправильно немножко. То есть я считаю, что спортсменам с Востока должна была быть какая-то больше увага, да, так сказать, со стороны федерации. Потому что знаю, что сколько обращались, ну, купить квартиры, дать какие-то кредиты, дать какие-то лояльные скидки на приобретение жилья или на какой-то съем жилья, ну, никто ничего в этом не помог. А была обещанка, да, тебе помогти с купленной квартирой? Да, когда мне пришла бумага, там было написано, что я, чтобы купить квартиру с 30% скидкой, мне надо было прожить в Киеве 5 лет и стоять на квартирном учете. Ну, извините, я же не знала, что будет война. Прикольно. И, как бы... Тобто ця історія заглохла так само? Все заглохло, да, заглохло также вот со стипендиями совсем, только вот после Олимпийских игр я приехала и обратилась в федерацию, чтобы все-таки они мне поспособствовали наконец-то вернуть все-таки Олимпийские игры, 2 чемпионата мира, 3 чемпионата Европы. Это те, ну, медали, которые я вроде как приносила своей стране, и гимн звучал, и как бы почему бы мне не вернуть мою стипендию за то, что я заслужила. Тем более сейчас год был такой нелегкий, и тот год с травмами, да, такой вот он, стипендию я не заслужила. Ну, не знаю, вроде сказали, что документы уже на подписи или в министерстве, ну, то есть куда-то будем, это двинулось. Будем сподеваться, да, на хорошую связку. А вот скажи мне, будь ласка, така взагалі людям, які там живуть в Києві, навіть не в Києві, да? Людям не з окупованих територій, важко дуже, мені важко дуже зрозуміти взагалі твій внутрішній стан і відчуття твої, тому буду тебе запитувати. От, як так, і ніби тут не дома, тому що дім залишився там. І там не дома, тому що там, ну, якби не будемо там заглиблюватися, але там позитивного такого, знаєш, нічого не скажеш. А які у тебе, на якому ти світі, от всередині себе, в яку, де ти дома, де ти не дома? І перше, і друге, і що ти думаєш про майбутнє, про своє? Ти хочеш осісти там в Києві? Чи ти думаєш, що там, можливо, там мине час і можна буде повернутися? Звісно, я думаю, у кожного чоловіка, який з Востока, з тої території, де зараз проходять ці всі дії, у кожного внутрі є, наверное, така маленька мечта, щоб це все наконец-то прекратилось, щоб вернулось все, як було. Тобто, це все одно рідний город, це рідний дом, там ти родився. Ну, Донецк очень красивый город был. Он очень компактный, очень дружелюбный такой. Ну, то есть я люблю свой город, и, конечно, бы я хотела туда вернуться. Сейчас я, наверное, настолько абстрагировалась, потому что это все очень тяжело. В 2014 году, когда мы переехали сюда, это, ну, наверное, у каждого было состояние такое депрессии, шока. Куда, что делать, это квартира. То есть когда у тебя уже был обустроен твой быт, у тебя там все размерено, а тут тебе надо вернуться лет на 10 назад, снимать какую-то там или квартиру, или общежитие, или комнату многие у нас снимают. То есть как-то себя обустраивать, опять начинать выкарабкиваться из этого. То есть я внутри где-то себе сказала, наверное, я там муж, родители, мы так поговорили, немножко надо вот отодвинуть это все и не жить тем, что вот... там страдать, потому что, да, у меня разбита квартира, и эту квартиру мне подарил наш мэр Лукьянченко за Олимпийские игры, большущая трехкомнатная квартира, мы в ней, кстати, не смогли даже пожить. Ее разбили, и там сейчас я знаю, что в те районы даже не пускают туда заехать. И, наверное, жить, страдать, что вот у меня там осталось то, это, наверное, будет очень тяжело. То есть немножко нам это все отодвинуть, сделать шаг вперед и жить с той мыслью, что... Ну, даст Бог день, ну, как даст Бог день, даст Бог пища, да, вот. Постепенно, поэтапно осваиваться, как бы, ну, может быть, здесь, да, то есть кто-то уезжает там в область, да, ну, кто-то что-то себе находит. Ну, то есть человек все равно привыкает к какой-то жизни, где он обитает. И поэтому сейчас мне легче смотреть, потому что уже немножко подпривык к городу, немножко у тебя появились знакомые, там, ребенок устроен, ходит в школу, есть какие-то кружки, и...
Хочется вернуться туда, но здесь уже не так страшно, можно сказать вот так. То есть где мы будем жить там через год, через два, через пять, время покажет. Ну, главное, чтобы вот это все уже устаканилось, все прекратилось, открыты были границы, чтобы никто не боялся ехать, и тебе кто-то скажет, что ты там стоишь на территории той или на территории той, ай-яй-яй, мы тебе погрозим. То есть хочется, чтобы уже был мир наконец-то. Ти спілкуєшся з друзями, знайомими, зі спортсменами, які там конечно, залишилися? Звісно. Там відбувається якесь життя спортивне? Є у них соревнования, вони тренуються, працюють. Как бы... Многие люди просто не смогли переехать, потому что это очень тяжело финансово. И решили там. Поначалу было сложнее, сейчас говорят, какая-то жизнь более, потому что многие люди возвращаются. Они побыли там, понимают, что какие-то денежные запасы заканчиваются. Кто-то себя не нашел где-то, кто-то не нашел какую-то работу. Все возвращаются туда, потому что там есть жилье, да, это самый главный фактор. То есть тебе его не надо снимать. И привыкают к той жизни, ну и говорят, не так там все и плохо, не так все и страшно, почему вы боитесь сюда ехать. Но когда ты звонишь домой и говорят, что вчера там были или позавчера были обстрелы, или там бахало, то есть понимаешь, что люди, видимо, даже уже к этому привыкают, что им уже, наверное, не так страшно. Я помню, когда мы покидали Донецк, насколько это было страшно и в каком мы были состоянии месяц, месяца 3-4, наверное, когда от этого все отходишь, когда ты видишь, когда на тебя едут люди с ружьями, ну это все. Лучше этого не видеть и не слышать. Давайте ми поміняємо наприклад, от хороше є питання. Київ претендує на проведення командного чемпіонату Європи в 2019 році. Що думаєте з цього приводу? Чи є шанс виграти заявку? І чи це допоможе легкій атлетиці в нашій країні? Звісно, допоможе. Я вважаю, що це взагалі дуже, дуже таке хороше, як сказати? Ініціатива. Ініціатива, да, така дуже положительна. Я думаю, що... Киев у нас очень красивый город, есть красивый стадион, и почему бы и нет? То есть привлечь сюда много людей, зрителей, делать большущую рекламу, я думаю, это будет популяризация легкой атлетики очень большая. Только главное, чтобы реклама, потому что многие, к сожалению, не знают, что проводится где-то какой-то чемпионат, где-то какие-то, ну даже на чемпионат Украины, к сожалению, мало приходит людей, и это немножко неприятно. А если сделать красивую рекламу, то почему бы и нет? Тем более наши атлеты тоже будут там принимать участие. Ну, это реклама для наших атлетов очень. Что, к сожалению, у нас тут мало кто знает. Цікаве питання, не знаю, хто, це ж людина не зареєстрована, але у нас сьогодні ще, друзі, буде веб-конференція з дуже відомим тренером з бігу, парафонського бігу, Костянтином Лебедєвим. Не знаю, чи пов'язане це питання з твоєю веб-конференцією, але прикольне. У кожного чоловіка є список якихось діл, які він обов'язково має осуществити в своїй житті. Я, например, считаю, пишет користувач, что каждый должен хоть раз в жизни пробежать марафон. Вы бы хотели пробежать марафон? И расскажите, что, по вашему мнению, человек должен сделать хоть раз за свою жизнь? Да, как говорят, человек должен построить дом, родить ребенка и посадить дерево. И пробить марафон. Да, и пробить марафон, да. Пока что я еще к этой, наверное, идее не пришла пробежать марафон, но у меня была такая идея прыгнуть с параглайдинга. То есть это высота 2000 метров, парашют такой вот, он очень не круглый, а имеет такую продолговатую форму. Да, с вот этой 2000 метров прыгаешь. И он так парит. Да, и он парит над, получается, потоки воздуха, и ты так вот летаешь. Это очень, говорят, это не сравнить с прыжком с парашюта, это настолько такие кайфовые ощущения. Вот я бы хотела, наверное, это вот... реализовать эту идею. А чему не пробуешь? В этом году не успела. Я только не узнала. Як ти взагалі ставишся до ось цього такого масового, не знаю, сподівано чи несподівано, може й нормально, масового захоплення бігом і купи бігових івентів, які відбуваються? Почему бы нет? Это, я считаю, во-первых, это здоровый образ жизни. Это люди получают массу удовольствия, когда они встречаются, общаются. Я просто участвую в Nike Running, да, Nike Running Club, вот эти. Они бегают и встречают закаты летом, ой, рассветы летом. Они бегут с разных точек, прибегают к одной и встречают солнечные закаты. Они проводят, приглашают тренировки со звездой там, на Олимпийском. Есть у них разные. То есть это настолько людей заряжает позитивом. То есть я помню первый Nike Running Club, 2011, по-моему, год. Ну, собралось человек 20. Сейчас я знаю, что уже переваливают за сотни людей, и ну, люди настолько вот они заряжаются этой всей атмосферой, поэтому это только большой плюс. Здоровая нация.
Так от перед ефіром там була новина, зараз можна, мабуть, вже є на сайті у нас про київський марафон, про те, що будуть перекривати, ну там дуже багато, реально майже все місто, там центр будуть перекривати. Автомобілісти завжди сваряться. Ти до кого належиш? Ти ж автомобіліст теж. До тих, хто свариться, чи до тих, хто з розумінням ставиться і готова пішки? З розумінням, тому що кожен автомобіліст знайде собі... Сейчас є Яндекс.Пробки, зараз у нас є стільки приложень, які тобі допоможуть об'їхати будь-яку пробку. Тому, будь ласка, треба спорт. Це, мені здається, має бути зараз таким першим у нас таким підпунктом в країні показувати, що ми... участвуем, что мы здоровая нация, что мы развиваемся, что мы проводим у себя, что не все так плохо в нашей стране. Мы должны больше делать таких заходов, закладов, да, как марафон, вот как чемпионат Европы, там Евробаскет хотят провести, да, там чемпионат Европы по легкой атлетике. Чем больше у нас будет всяких спортивных мероприятий, тем будет уровень спорта, мне кажется, повышаться. Будет приток людей, приходить даже на секции, им будет интересно, потому что многие путают легкую атлетику с гимнастикой. С чем только не путают. Это просто бывает даже, ну, это просто вот необразованность, наверное, какая-то. До темы про справу, яку людина хоч раз має зробити. От хоч раз має людина там, не хоч раз, а має, значить, родити дитину, посадити дерево, побудувати будинок, пробігти марафон і, судячи з твоїх дописів у Фейсбук, знятися в фотосесії. Або в багатьох фотосесіях. От у тебе зараз достатньо багато їх з'явилося класних. Спасибо. Як запрошують, ну, багато у тебе людей в черзі стоїть там охочих. Як наскільки в кайф тобі це, наскільки тобі це цікаво? Мені це нравиться, нравилось очень давно, просто когда тренируешься, когда двухразовые тренировки и когда идёт какое-то, особенно перед соревнованиями, ты уже ни на что не отвлекаешься, постоянно нет времени. Когда появляется такая такая свободная немножко возможность, приглашают, пишут, почему бы не посниматься. Это сейчас это Филипп Лейн был такой интересный дизайнер, да, немецкий, который там до этого была Love, такая романтическая фотосессия. То есть найковские фотосессии все время у нас происходят, такие мотивационные вещи там в Инстаграме или в Фейсбуке, я стараюсь там что-нибудь найти, там как-то людей мотивировать на занятия спортом. Поэтому интересно, почему бы нет, попробовать себя в роли какой-нибудь, ну, не фото, ну, фотомодели, да, можно так говорить. Фотомодели, да, не скромничай. А є такий якийсь образ, щось таке, не знаю, такий марка чи тренд одягу, в якому ти хотіла би знятися, ну, щоб якби, сама щось. От ти ж приходиш, тебе знімають якби фотохудожники, да? Тобто вони тобі вже тему диктують. Да, да. А є у тебе там щось бажання, що ти таке хочеш? Ну вот разговаривали мы недавно, что хотелось бы мне какую-то сессию сделать в таких платьях, может быть, какие-то ли свадебные, или такие легкие, вот эти такие красивые. То есть такой вот еще красивой фотосессии у меня не было. Поэтому, наверное, следующая, может быть, будет даже такая, ну, еще такая романтическая, но это, наверное, не для обзора. А, да? Черт. Так, ну давай далее. Тут есть очень много таких питань життєвих. На какое любимое дело обычно не хватает времени в связи с подготовкой, сборами и соревнованиями? И чему посвятите себя полностью после спортивной карьеры, помимо семьи? Любимое дело — это наш любимый ребенок, которому постоянно не хватает внимания. И чем старше она становится, тем она хочет больше проводить его время с нами. И она даже: «Почему ты меня в школу не ведешь?» Там, я говорю: «Ну, я сегодня не могу, не успеваю». То есть мне хочется как можно больше. Там, мне и Денису давать и времени проводить с ней, где-то быть, вот и на отдыхе. И, ну, потому что мы понимаем, что где-то даже, может быть, какая-то совесть мучает, что мы ей не додаем этого внимания родительского, потому что там на сборы, соревнования. Она сильно скучает, ей сильно нас не хватает. Поэтому после спорта жизнь моя будет все равно возле спорта. И, конечно, это семья. Ну, пока что я еще не думала. Если я начну думать, чем я буду заниматься после спорта, то это будет, наверное, я буду дальше отходить от спорта. Поэтому я пока что еще в спорте, и у меня еще есть там соревнования, есть какие-то, да, там мезоциклы, микроциклы, подготовка. То есть ты пам'ятаєш, що Сергій Бубка завжди казав про те, що спортсмен під час спортивної кар'єри вже має готуватися? Думаю, да, чим він буде займатися, да. Ну, поки що я ще не знаю. Потім, ну, може бути, мене збивають і фактори, які, я ж говорю, це не вдома. То есть в Донецьке це можна було проще где-то себе как-то подумати, реалізувати. В Києві це великий город, і ти розумієш, що там хотіла би то, а цього вже багато, хотіла би то, а цього вже багато. То есть поки що я ще в замішательстві. Как вы оцените состояние? Ага, какие вы любите читать книги и какой ваш самый любимый фильм? О, любимый фильм я очень люблю «Мирный воин».
такой он про гимнаста, снятый на реальных событиях. Такой фильм очень советую, наверное, всем спортсменам посмотреть, который, наверное, помогает правильно осмыслить, для чего ты занимаешься. Mm-hmm. И главная тема — это здесь быть здесь и сейчас, то есть кайфовать от каждого момента, в котором ты находишься. То есть не думать, что было вчера, что будет завтра, вот находиться сейчас в этом состоянии. И фильм так очень, наверное, переворачивает немного такое мировоззрение. Я вот его люблю, особенно там перед соревнованиями какие-то. Люблю смотреть такие фильмы, читать такие книги, которые немножко там где-то психология, где-то вот кто как себя превозмогал. То есть мне, наверное, это помогало сейчас этот год. То есть я смотрела все равно, у многих спортсменов, да, есть большущий пик, и потом кто-то ломался, кто-то... Там, ну, разные были ситуации, да, и как спортсмен себя преодолевал, и как он вырастал. То есть такие фильмы, книги, это, ну, всегда так помогает. Какие соревнования были самыми сложными за всю вашу спортивную карьеру? Расскажите, что вы чувствовали в тот момент? Самое сложное, это, наверное, даже была не Олимпиада, а был чемпионат мира, это в том году в Пекине. Да, то есть как бы я понимала, что у меня было хорошее состояние, и потом это все пошел, пик обострения сильного. И штангу мне нельзя, и прыгать мне нельзя, этот корсет тогда слетел не вовремя. Да. И тогда были результаты, чтобы быть в тройке, это был результат, по-моему, в районе 14-65-68, то есть я это все осознавала. И самое было такое обидное, что когда я приземлилась, мне с этой ямы было так сложно выйти, что опять произошла компрессия, это боль. И, ну, я доделала эти 6 попыток, стала 6-й, но это было не то, ну, как бы, чего я хотела. И когда я уже оттуда уходила, у меня были слезы на глазах, и я говорю, опять мы возвращаемся к плохой теме, что я думаю, это мое уже последнее соревнование. То есть настолько мне тогда давалась борьба сложно, через боль, через вот такие преодоления себя было сложно. Как себя не должен спортсмен вести на секторе? Кто из ваших соперниц за границей, очень нагло и некрасиво ведет себя на секторе? Бывали такие моменты? Ну, как-то тройной прыжок у нас более такой, вот нету такого зла, нету такой агрессии. Каждый входит в свое состояние, может где-то уйти, закрыться. После соревнований каждый друг друга подходит, обнимает, поздравляет. То есть все общаются, все могут переписываться где-то в Фейсбуке, в Инстаграме. Mm-hmm. Друг друга поздравляем, ну то есть какие-то Новый год, там, то есть Happy Birthday, там, mm-hmm. такие, то есть мероприятия. Все, в принципе, адекватно. А знаю, многие рассказывают, что есть недовольство, и вещи там связывают, если холодно. И фишки. По-трийному, чего еще? Не, вообще в других. И фишки сбивают, и то есть, ну, такое вот присутствует. А в каких дисциплинах? Можно секретную информацию? Ну, в длине рассказывают, есть такое, специально сбивают, да. То есть у меня как-то такого не было, чтобы мне там кто-то пришел, специально сбил фишку. Бывало, там судья идет, там рассказывает, а на многих соревнованиях не разрешают пользоваться мелом или наклейки клей. То есть это, чтобы был чистый сектор, только ставить. Естественно, если идет судья, он под ноги бывает не смотрит, он сбивает фишки, то это, конечно, доставляет массу неудовлетворение, потому что сектор закрыт, ты не можешь подобрать себе какой-нибудь, ну, разбег. И, естественно, одна попытка, две у тебя уходит на то, чтобы тебе опять подобрать разбег. Сорі, так, не те, що погана тема, але така дискусійна, так би мовити. Але мені цікаво просто, як ти відповіси. Ольга, на ваше мнение, вообще по вашому мнению, насправді треба правильно писати, в легкій атлетиці существують спортсмени, які, виступаючи на міжнародному рівні, не употребляють запрещених препаратів? Я считаю, что сейчас настолько эта вся тема очень высоко поднята, что спортсмен должен сам очень хорошо подумать, прежде чем, что он покупает даже БАДы. То есть мы уже поднимали эту тему, что он пьет чистый препарат, ну, какой-то разрешенный препарат. Биологичный добавок. Да, то есть сколько было скандалов сейчас с этим милдронатом. То есть препарат, по сути, он не несет никакой там помощи. Это сердечный препарат, который просто помогает спортсмену. Мы же тоже затрачиваем много, тренируем свое сердце, идет нагрузка на сердце. И сколько много спортсменов пострадало. И в этом случае мне очень жалко Наташу Лупу, которая была готова, могла завоевать медаль на чемпионате мира. Не просто поехать, а стать там призером, победителем. И вот ее так по глупости просто вообще убрали с этого чемпионата. И говорить, что кто-то что-то пьет или не пьет, то есть мы сейчас настолько не защищены, потому что постоянно идет какие-то... То есть сегодня это можно было, завтра это нельзя. То есть мы даже на Олимпиаде смеялись с Богданом и со всем, что вот Богдан сильно заболел, гайморит, а боишься закапать нос или там выпить от горла что-то, потому что неизвестно, что там есть. Как вы справляетесь с волнениями перед соревнованиями, если эти волнения есть? А если их нету, на каком этапе карьеры удалось избавиться от этого?
Волнение, наверное, всегда присутствует, и волнение всегда даже помогает, мне кажется, спортсменам, потому что это, в свою очередь, выделяет какой-то адреналин. И если, конечно, с утра встать и думать, вот, у меня сегодня финал, мне сегодня прыгать, то, конечно, ты себя к финалу скушаешь просто, да, съешь себя и войдешь в какую-то апатию, наверное, даже как есть там стадии такие, да. То я себя стараюсь там пойти куда-то погулять, что-то посмотреть. Ну, в основном мы стараемся где-то пойти, даже на коммерческих стартах или на официальных стартах. Тренер меня бывает выдергивает. Мы где-то гуляем, то есть переключаем полностью систему. То, что вечером какие-то там ответственные соревнования. Уже когда я прихожу туда, я закрываюсь от всех. У меня есть я, есть планка, есть тренер. То есть больше я никого в секторе стараюсь не видеть. Ну, то есть я концентрируюсь на этом, мне так легче. Не распылять свое внимание на кого-то. Скажи, будь ласка, от те, що не бачать камери, не бачить публіка, коли у тебе поганий настрій, або коли там щось не склалося з різних причин, там на змаганнях, на тренуваннях, з тобою тяжко? Тренер як там, тікає від тебе, чи люди навколо тікають від тебе, чи це ну, набагато простіше, ніж можна собі? Ні, набагато простіше. Я приїжджаю, ми з тренером розмовляємо, мені тренер після старту сразу мне ничего не говорит, потом где-то у нас есть какой-то анализ, у нас с ним такие демократические отношения, он выслушивает меня, я выслушиваю его, нет у нас никаких конфликтов, ни скандалов, нету ничего, то есть где-то находим какое-то звено, где-то над чем-то надо подработать или что-то еще, то есть нету такого, что все, жизнь закончилась, это агрессия, да, где-то я могу понервничать, что все равно где-то я себя виню больше, потому что, ну, мы делали общую работу, стояла я здесь на секторе, да, я там не смогла побежать, я не смогла оттолкнуться, не смогла прыгать, то есть я это не сделала. А винить кого-то и кидать там тапками, не подходить ко мне, ну, это не в моем характере, наверное. С кем из знаменитостей мирового масштаба вам хотелось бы познакомиться больше всего? Ну, может быть, с Мадонной, с какой-нибудь. Такая довольно-таки интересная личность. В продолжение, какую музыку вы слушаете, каких исполнителей слушаете? Я музыку люблю разную, такую я меломан. Ну, нравится та же и Мадонна, и Рихана, и Адель, вот такие, и Мани, то есть такие девушки, вот исполнительные, это, да, такие вот, ну, красивая музыка, спокойная. В каких социальных сетях вы есть? Есть в Инстаграме, в Фейсбуке есть, да. Когда-то была в Одноклассниках, даже не знаю. Где вони там, да? Где они там, да. Слухай, тут такое прикольное питание. Питание про питание, питание про харчевание. Здравствуйте, Олечка, скажите, что для вас самое сложное в период подготовки в плане питания? Чего самого вредного и вкусненького хочется в соревновательный период, но нельзя? Питание у меня... У меня такое поражение, что Оле просто проблема, чтобы набрать его, скинуть. Вот, и особенно вот перед Олимпиадой, где надо было тоже опять же набрать вес, тренер говорит, тебя, говорит, надо как утку посадить, чтобы ты никуда не двигалась, кушала и никуда не двигалась. То есть у меня проблема действительно после родов, после декрета, у меня вот так организм очень, можно сказать, подсушился и не хочет набирать веса. Для, может быть, нормальной жизни это хорошо, это комфортно, а для спорта это все равно нужна сила, нужна мышечная масса, чтобы отталкиваться, чтобы с ветром никуда тебя не сносило в обратную сторону, поэтому... И тройной прыжок — это, в принципе, не капризный вид спорта, который там взять уже выносливость, там 400-800, когда хватает печень, они себе во многом отказывают. Уже кока-колу не пьют, жирное, там острое, они стараются у нас. Можно и на Макдрайв заехать, покушать, поэтому кушаем, все. Скажите, як і де ви відпочивали? І взагалі, яка ваша найулюбленіша країна, в яку завжди хочеться повернутися, крім України, звісно? Крім України? А чому Україну не повернутися? Ні, в Україну апріорі хочеться повернутися. Я поняла. Адихалі возле моря, Середземного. Турція банально, недалеко, дуже красивий такий, як би... Островом не назовеш, це красиве місто, Фетія називається. Там називають турецкие Мальдивы. То есть чистая бирюзовая красивая вода, нет ветра, затишье, красивый отель с горками, аквапарками, что это было в кайф тоже идеальнее. То есть неделю мы провели очень в хорошем таком месте, с хорошей погодой повезло. То есть вернуться туда еще раз можно было бы, наверное. А вообще я люблю очень и Италию люблю, и Швейцария. Вот Лозанна мне очень импонирует, там все время проводят старт. Это такое шикарное место, озеро, горы, лебеди, то есть, ну, это очень красиво, сюда они так хорошо принимают. То есть любое место, наверное, можно вернуться. Ты скажи мне, коли... Я розумію, що зараз, коли мала, то там треба на море їхати, да? Тому що, знаєш, там не потаскаєшся по містах чи по горах. Але от, в принципі, там виростеш. Що, який, якби тобі на вибір там запропонували відпочинок, або сидіти там на морі, на пляжі,
пузо гріти, або лазити по горах, або там на велику кататися по горах. Да? Ти їдеш, а Денис біжить. Помінятися, так? Да? Да. Або там, наприклад, такий сайтсіїнг, тобто по містах десь. Так, вот, по містах мені б дуже хотілося, какой-нибудь такой круїз. У мене многие мої друзі їздили, родственники, вот так от здесь прилетели, два дня там, два дня там. То есть ти обхватуєш таким большущий такой маршрут, да, и вроде немного дней, а ты посмотрел столько много всяких разных развлечений, или допустим, круиз на корабле, вот у меня что-то хочется тоже, это каждая точка заезда, ты смотришь город, и опять, ну, на лайнерах, на больших, тоже очень интересно, и, конечно, зимний вид отдыха не исключается, то есть это все, что я откладываю, но потом, после спорта, мне бы хотелось очень попробовать те же лыжи, там какие-то на этих серф или как они называются, эти доски, то есть это все очень круто, мне кажется, это такой адреналин. Ну, ты не пробовала? Нет, потому что можно сломать ногу, руку, то есть это сразу конец карьеры. То есть я даже не могу с Дианой, поехали со мной на коньках покатать, я говорю, нет, ну, пока что это все на потом. В какой стране за границей для вас выступать приятнее всего, где любят легкую атлетику больше всего? Везде, наверное, где проводятся соревнования, я бы не сказала, что там и не любят легкую атлетику. То есть это настолько ты приезжаешь, наверное, как в такие какие-то теплые, радушные вот такие стены, где это все настолько комфортно. Даже взять Париж, да, там громадный Стад Луис, да. Сан-де-Франс. Стадионище, там три яруса, да, там тысячи людей, все кричат, а ты себя не чувствуешь кем-то таким, как бы, что маленький, тебе некомфортно, потому что тебя настолько эта теплота, эта поддержка такая. Взять Америку, где мы выступаем, в Юджине, маленький стадион, очень компактный, но ты получаешь столько позитива тоже от этого, что просто ты хочешь туда опять вернуться. И каждое соревнование тебя фотографируют, берут автографы, тебя встречают. Публика радуется, что они видят вот спортсменов вот здесь, сейчас, вблизи, поэтому мне кажется, надо поучиться Украине проведение таких мероприятий, чтобы вот заинтересовать, да, и притянуть тогда. Да. Вот. Чтобы бывает в аэропорту стоишь, тебя по плечу, тебе дают фотографию, распишитесь. Ну, это приятно. Выходишь с отеля, с тобой фоткаются и прям пачками выносят фотографии, тебе дарят или просят расписаться. Ну, то есть это все приятно. Если там уже многих запоминаешь, даже они с тобой путешествуют по стартам. Прям вот. Да, это интересно. В Лондон хочется вернуться? В Лондон хочется вернуться. Нравится мне Англия тоже, и как раз чемпионат мира будет в Лондоне. Я про це говорю, да. Этот стадион мне очень понравился, и приємний по спогаді. Да, хорошие спогади, да, такие, то есть независимо на то, что была травма, там у меня сложилось все намного лучше, чем сложилось в Рио-де-Жанейро, и поэтому я хочу туда вернуться и, ну, хочу выступить. Ты помнишь, что останешь пробу? Да, у меня, наверное, вся жизнь прошла за эти 30 секунд, наверное, которые я ждала ветер постоянно крутил, то есть, смотри, тренер мне показывает, нельзя бежать, а вот у меня вот так трасс, все, надо. Ты его не послухала? Да, я побежала, потому что смотрю, уже желтый флаг скоро будет, и выхожу, и как раз бежал забег болта. И судьи не вставили до конца вот эту измерительную планочку, то есть они не высвечивают результат, я не понимаю, красный флаг или белый, то есть я понимаю, что у меня по ощущениям был как заступ, то есть когда попадаешь плотно вот к пластилину, кажется, как заступ, стадион кричит, мне не показывают никакого флага, показывают повторы болта, и я не понимаю, что у меня результат, то есть это происходило, наверное, 2-3 минуты, а мне казалось, что это происходило, там, я не знаю, сколько времени, то есть настолько это, я уже и стояла, и сидела, и у меня уже были слезы, то есть я понимала, что у меня уже шанса больше нет, у меня была одна попытка, вот я ее сделала как смогла, и она была удачной. Ми закінчуємо веб-конференцію таким фартовим спогадом про день, коли Ольга Солодуха здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в Лондоні, для того, щоб наступний сезон закінчився таким самим хорошим позитивним настроєм, як ось цей спогад. Дякую. Оля Солодуха, чемпіонка світу і бронзовий призер Олімпійських ігор, була у нас в гостях після сезону і перед, сподіваємося, хорошим сезоном і хорошими наступними чотирма роками і чотирма яскравими сезонами. Спасибо. Дякую. Спасибо. На все добре. На все добре.